Доброе утро, друзья! А у нас уже экватор. Ровно половина дней прошло и осталось ровно столько же. Да, сегодня мы пойдем в кино с ребятами, так как погода нам не позволила поехать в путешествие, мы создаем его себе сами. Идем и гуляем до кинотеатра «Русь». Ну а потом у нас ждут также занятия, и мы расскажем вам про следующее направление танцев. Поехали! Настало время знакомить вас со следующим направлением танцев нашего фестиваля. И это направление называется кей-поп. Наташа, скажи, что ты знаешь про кей-поп? Да про кей-поп я знаю ничего. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам скажет на это Википедия. Давай. Кей-поп – музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Ого, ничего себе! Что-то интересное, друзья, нас ждет. Давайте узнаем, так ли это на самом деле. А узнаем мы у тренера, который преподает именно это направление. Это Полина Самаринова. Идемте к ним. We're pretty demons, never show. Shifting shapes in millenniums, but you're okay. Ну что ж, друзья, сегодня с нами трое парней, которые скажут прямо сейчас, как их зовут. Представьтесь, парни. Так, ну давайте знакомиться. Итак, кого как зовут? А как тебя зовут? Меня зовут Ярослав. Здорово. Меня зовут Егор. Меня тоже зовут Егор. О, у нас два Егора сегодня в нашем видео. Итак, друзья, мы вас забрали с какого-то занятия на это интервью. Что было за занятие? Кей-поп. Кей-поп. А кто преподавал, знаешь? Полина. О, здорово, уже зачет. Ну, скажите, парни, нравится вам вообще кей-поп, это направление? Мне больше очень нравится. А чем оно вам нравится? Что там интересного в нем? Потому что его ведет веселый хореограф Полина. Вот оно что, Полина. Очень интересно, да, Полина молодец. Мы у нее обязательно спросим, что же за такое направление кей-поп. А вы знаете о нем что-нибудь? Ну откуда, например, оно зародилось, где оно? Нет. Зародилось в Корее. В Корее, точно. Это очень популярное там направление. А, да, повязки. Мы хотели спросить. Что это за такие отметинки у вас? Вот у меня такая синенькая, у вас зелененькая. Они говорят, в какой команде человек. И то есть зеленое, это значит, это коты. Коты? Танцующие котята. Танцующие да. Котята. Ну хорошо, так, давайте все вместе скажем, как ваш отряд называется. 3-4. Танцующие котята! Отправляемся обратно на занятия. Полина, привет, рассказывай, кей-поп, что это такое, с чем его едят и да. Где подают?
кей-поп — это корейская культура, она связана... Там есть, ну, группы создаются, которые поют и танцуют одновременно. И, то есть, мы ставим хореографию под их танец. Тебе самой нравится это? Да. То есть, там больше как бы кавер делается такой, да, на то, что уже сделано? Да, да. Прикольно. Скажи, а как ребята реагируют на это? Им нравится? Да, нравится. Они сразу прибегают. О, привет, кей-поп, давайте танцевать. А как ты думаешь, мальчикам нравится кей-поп? Они танцуют. Мы тебе скажем, что мальчики, да. Потому что преподает Полина, веселый тренер. Вот, собственно, почему им нравится кей-поп. Хорошо. Поэтому все к Полине кей-поп танцевать. Она научит и еще и насмешит. Да, с хорошим настроением уйдете с занятия обязательно. Все, пока-пока. Задание мы уже раздали на завтрашний день, а завтра нас, знаешь, что ждет? Нет. Супер крутой день, он посвящен хип-хопу. Мы будем граффити рисовать, мы будем рэп читать, а еще и батлы проводить танцевальные. А знаешь, что я еще сделаю? Я проведу для детей какую-нибудь интересную развлекательную игру. Отлично. Все. Хорошего вечера. До завтра. Ты каждое утро меня снимаешь. Тебя нет никогда. И нет ни в одном видео. Закинь ты уже, Серёж. Зато сам факт, что тебя снимают. Нет, я очень не хочу видео. Ну давай, попей. Может быть, сегодня я вставлю тебе.